Məgər üç əməlinin savabı barıbdırır tanırqa. Birincisi, toxtavsız verib dırıqan sadakanın sütübüsgərə. Demək mənə şul. Hacım Münira, sallallahu ta'ala aleyhi və alə əlihi, barca üç əməl bu dünyada anın tələvi və iradəsidir olur. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم محترم جماعة المسلمين محترم يا الله رزقنا عبودته هل سجد Что касается объявления джихада Соединенным Штатам Америки, это ошибка и, я считаю, политический и религиозный экстремизм. Это недопустимо. Все наши мусульмане возмущены. В России мусульмане очень грамотные. Мусульмане знают, когда можно объявлять джихад, а когда нельзя. Сегодня нет никакой причины и повода для объявления джихада. Никто против России не идет, никто против России не открывает войну, и тем более партнеры Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки. Объявить джихад, это же просто, как будет трактовать? Мы же можем сразу поиметь очень много врагов. Потому что неразумные действия...